Не, ну пейте там 10 минут туда ехать. Ну сейчас 36. У нас вот на этом сталкере как раз. Вставал вроде, ну. Полчаса и до лагеря доехать. Сейчас, ты говоришь, точку еще и все. На пути идем. Все, поймали палку, тормоза порвали. Потом колесо пропороли сзади. Вот так вот. Последний поворот. Такая трещина, да, все. Я не знаю, за сколько мы его поменяли. Ну, летим без тормозов. До лагеря опоздали, в общем, на 5 минут.